Вот такие товары для летнего отдыха, пикника и туризма я тебе сегодня покажу. И в конце ролика будет интересный конкурс. Давай смотреть! Привет! Лето уже не за горами, и скоро уже пойдем на вкусненькие шашлыки, рыбку или просто будем отдыхать на природе, а у нас-то есть где отдохнуть. И чтобы ваш отдых был комфортным и приятным, я подготовил для вас подборку из 15 классных и ценных товаров, которые позволят вам приятно провести время самому или с компанией. Помните про кэшбэк, когда будете совершать какую-то покупку в интернете? Он сэкономит вам часть денег, что очень приятно. Приятного просмотра! И начнем мы со складного походного стула. Его легко унести даже в руках, отправляясь на рыбалку, на пляж, на пикник или на дачу. Несмотря на небольшой вес и размер, стул выдерживает достаточно большую нагрузку. Весит стул всего 283 грамма, сделан из алюминия и комплектуется мешочком для переноски. Главная фишка такой табуретки – это ее простая сборка и разборка, всего в несколько движений. Притом стул занимает мало места, и он займет совсем минимум места в вашем рюкзаке. Походный надежный мультитул содержит пружинные плоскогубцы и очень большие ножницы, которые, как правило, не входят в комплект других мультитулов. Еще есть разбиватель стекла из сплава вольфрама, обычные щипцы, резаки для проволоки, линейка, крестовая отвертка, крючок, ножницы для веревки, открывалка для банок, пила, плоская отвертка, открывалка для вина и открывалка для бутылок. Вот какой комментарий я нашел от людей, купивших этот мультитул. Компактный, в руке лежит отлично, тяжеловатый, почти полкило, но тут реально качественный металл, нож спокойно жестяные банки режет поперек, хорошая штука, понравилась. Ну и как подарок настоящему охотнику, рыболову, гламурному лесорубу или прорабу, самое оно, как я считаю. В общем, я лично думаю, что штука действительно хорошая и очень много кому пригодится. Фляга для жидкого топлива с безопасной крышкой предназначена для транспортировки и подачи жидкого газа к горелке во время приготовления пищи в походных условиях. Резьба совместима с большинством горелок от разных производителей, имеет внутреннее антистатическое покрытие, подходит для любого вида жидкого газа. Благодаря бесшовному корпусу из алюминия такая фляга очень прочная и долговечная, при этом она обладает минимальным весом. Предназначена она для многоразового использования. Есть объем на 530 мл, 750 и на 1 литр. Используя флягу большого объема, вы будете реже дозаправлять бензиновую горелку и меньше контактировать с сильно пахнущим топливом. Она очень простая и долговечная, пригодится вам в несколькодневном походе или же отдыхом с большой компанией или семьей на природе. Очень легкий карабин, сделан из алюминиевого сплава. Он прочный, не деформируется, прослужит вам долгое время. Аксессуар предназначен для крепления различных предметов. Вы можете прикрепить к нему ключи и использовать как брелок. А можете закрепить на джинсах или рюкзаке. Он легкий и компактный. Длина его составляет всего 8 см. Этот карабин D-типа – это яркий аксессуар, который можно функционально использовать. Особенность этого аксессуара в том, что он оборудован муфтой для предотвращения случайного открытия. Если вы цените практичность и пытаетесь следовать модным трендам, то такая сумка на пояс – это именно то, что вам нужно. Компактная, стильная поясная сумка-кошелек прекрасно подойдет для путешествий. Она имеет небольшие размеры, однако в нее помещаются все необходимые предметы, такие как телефон, деньги, карточки, билеты и другие ценности. Она плотно крепится на поясе, а значит, ваши вещи будут в безопасности. Сумка пошита из качественного прочного материала. В ней есть два кармана с застежкой на молнии. Вместительность данной модели позволит пользователю взять с собой только самые необходимые вещи. Компактность и удобство – именно эти черты делают представленный товар таким практичным для использования. Под объемной одеждой такая сумка будет вообще незаметна, а следовательно, ваши вещи будут в безопасности. Сделана она из качественного прочного материала. Сверхлегкий компактный рюкзак объемом 22 литра.
Он подойдет как для походов выходного дня, пешеходных прогулок новыми местами, так и для повседневного использования. Этот рюкзак изготовлен с применением качественной фурнитуры из надежного и долговечного материала, разработанного по технологии RipStop. И в случае появления небольших зацепок и надрывов, такая ткань не будет расползаться дальше. Материал рюкзака имеет водонепроницаемые свойства. Все это позволяет обеспечивать долгий срок использования рюкзака при самых разнообразных случаях. В случае необходимости рюкзак можно сложить в собственный карман, и в сложенном виде он занимает мало места, поэтому будет удобен в переноске и хранении. Послужит вам незаменимым компаньоном в путешествиях и повседневной жизни. Особенности этого рюкзака в том, что у него есть два сетчатых кармана по бокам, фронтальный карман на застежке молнии, регулировка плечевых лямок по вертикали, сетчатые плечевые лямки для улучшения вентиляции, ручка сверху и яркий модный дизайн. Трекинговые палки дают дополнительные точки опоры при походе в горы, помогают держать тело в равновесии. Они помогают при мокрой и скользкой поверхности, также подключают к ходьбе руки, что здорово помогает. Трекинговые палки предназначены для активных людей. Во время похода палки помогут обеспечить баланс и прежде всего снять нагрузку с колен и суставов, что позволяет снизить общую утомляемость. Усилие распределяется равномерно и на все части мышц тела. Компактные трехосевые трекинговые палки с быстрой системой регулировки FastLock оснащены EVA-рукоятью с перехватом и удобным темляком. Кепка с защитой для шеи и лица. Защита крепится внутри на кнопках и при необходимости может быть снята. Съемная маска защищает от палящего солнца, сильного ветра и насекомых. Кепка выполнена из высококачественной, износоустойчивой, влагостойкой, быстросохнущей ткани. По окружности сетчатая вставка улучшает циркуляцию воздуха. Вся защита может быть снята, и головной убор можно носить как обычную кепку. Имеются вентиляционные отверстия, через которые также отводится избыточная влага. С внутренней стороны кепка подшита сеточкой, по внутреннему канту – мягкой тканью, что способствует более комфортному ношению. А еще она оснащена шнуром с зажимом. При его помощи кепку можно дополнительно прикрепить к одежде или поднять на шейный лоскут. Швы усилены. Данная кепка прекрасно подойдет для путешествий во время жаркого трекинга, пешеходного туризма, рыбалки, да и вообще для любого времяпрепровождения на природе, будь то жаркая погода или когда дождь. В лесу, кстати, тоже очень пригодится. Туристическая сумка-рюкзак фирмы КК идеально подойдет для туризма, рыбалки, охоты и путешествий. Рюкзаки КК известны по всему миру своим качеством, конкурентной ценой и надежностью, что подтверждается многочисленными международными сертификатами качества. Однако наиболее признание КК получила на японском рынке. У нас, возможно, мешает название. У этой модели вот такие особенности. Это защита от дождя и износа, рюкзак выполнен из высокопрочной водоотталкивающей ткани Oxford. Защита от кражи, это кодовый замок. Эргономика, это ортопедическая массажная спинка с системой вентиляции и лямка с регулируемой длиной. И функциональность, это отделение для ручек, бумажника, телефона, пауэрбанка, отделение для ноутбука до 17 дюймов из мягкой ткани для защиты ноутбука от царапин и ударов. В общем, сумка действительно годная и оригинальная. Думаю, стоит присмотреться. Как считаете? Ультралегкая сумка Messenger для ежедневного использования. Имеет стильный внешний вид. Подойдет как мужчинам, так и женщинам. Имеется основное отделение, которое позволит разместить все необходимое, а также боковой карман. Внутри расположен карабин для ключей. Длинная лямка через плечо регулируется, а при необходимости отстегивается. Надежная фурнитура и износоустойчивый материал обеспечивают длительную эксплуатацию изделия. Особенности такой сумки в том, что у нее есть вместительный основной отсек, фронтальный карман, застежка-молния, удобная регулируемая лямка, карабин для ключей, она сделана из прочного материала и с надежной фурнитурой. Отличный туристический компактный LED-фонарик для палатки и кемпинга с карабином и магнитом. Он легкий, компактный, влагостойкий и очень простой в использовании. Он отлично подходит для кемпинга, туризма, путешествий, охоты, рыбалки, а также бытового использования. На задней панели есть удобный карабин для подвешивания фонаря в палатке. И не только. Также встроен магнит для крепления фонарика на металлической поверхности. Его можно использовать как лампу для палатки, для освещения площадки лагеря, в бытовых условиях, а также благодаря наличию магнита его легко закрепить на поверхность автомобиля или гаража.
чертежа. Небольшие габариты и малый вес фонарика прекрасно сочетаются с его высокой функциональностью, чтобы стать незаменимым помощником в походе или в быту. Туристические гамаши выполнены из прочной водонепроницаемой ткани и предназначены для предотвращения попадания снега, грязи или песка вовнутрь туристической обуви. Гамаши продуманы, просты в использовании и очень надежные. По всей длине идет застежка-липучка велкро. Снизу, для того чтобы избежать произвольных расстегиваний, дополнительно имеется стальная кнопка. В нижней части расположены клипса для закрепления гамаш к шнуровке ботинка, а также петля для крепления к подошве, чтобы он не сползал вверх. Внизу, а также посередине предусмотрена резинка, которая предназначена для плотного прилегания гамаш к ноге и тем самым обеспечивает их более надежную фиксацию. Они подойдут для любых пеших прогулок, лыжного спорта, кемпинга, туризма и альпинизма. Полиуретановый коврик – это легкий и компактный трехсезонный каремат. Идеально подойдет для туристов, которым важно качество за разумные деньги. Он просто складывается и занимает мало места в сложенном виде. К слою мягкой полиэтиленовой пены добавлено алюминиевое покрытие для лучшей теплоизоляции. Прекрасно сохраняет тепло и не впитывает влагу. Благодаря закрытоячеистому пеноматериалу не требует особого ухода или особой осторожности в обращении, а также не теряет свои теплоизоляционные свойства в случае прокола. Рельефная поверхность создает максимальный эффект, и за счет этого усталость проходит быстрее. Для удобного хранения в комплекте есть чехол. Гермомешок защитит ваше снаряжение от влаги и сырости. При возникновении чрезвычайной ситуации на воде может быть использован в качестве плавучего средства. Предназначен в первую очередь для хранения мелких вещей и ваших гаджетов, фотоаппаратов, мобильных телефонов, документов и тому подобных важных вещей при водных видах спорта, сплавах или горных восхождениях. Ему не страшен ни дождь, ни снег, ни повышенная влажность. Он абсолютно водонепроницаем и надежно закрывается. Это надежная защита ваших ценных вещей в походах, на охоте, рыбалке или при сплавах. По ссылке в описании есть рюкзаки разного литража, от 2 литров до 70. Удобная поясная сумка предназначена для ношения на талии. Фиксируется при помощи регулируемого ремня сзади. Прочный нейлон, из которого сшита сумка, и двойное дно обеспечивают долгий срок службы. Надевать ее можно и в дождливую погоду, благодаря водоотталкивающему материалу. Сумка имеет 6 карманов, 2 на змейке по бокам и 1 на внутренней стороне для важных документов или дисконтных карт, 1 сетчатый карман на эластичном шнурке и 2 разных отделения под смартфон и бутылку. Карманы расположены равномерно по всей длине передней части пояса. Данная модель прекрасно подойдет для занятий бегом, быстрой ходьбы или другим видом спорта. Она очень удобная и практичная, дно прошито, материал качественный и водонепроницаемый. Вот такие крутые товары для отдыха на природе я нашел сегодня для вас. Напишите, что больше всего вам понравилось и что пригодилось бы вам на природе. А также напишите, где вы любите больше всего отдыхать летом. На море, на речке или еще где-нибудь. Давайте вспомним лето и поделимся своими любимыми местами в комментариях. Мне интересно. Я лично люблю отдохнуть на море. А если поехать на море не получилось, то и речка сгодится. Спасибо всем, кто ставит лайки и поддерживает канал подпиской. Мне очень приятно. Хорошего вам вечера и пока-пока, увидимся!